видеотрансляции этого съезда, несмотря на то, что мы ее анонсировали в эфире нашего телеканала, не было. Все почему? Потому что ВГТРК отказалась в последний момент, объяснив некими техническими причинами предоставить сигнал. Но сейчас я вам хочу показать небольшой фрагмент выступления Михаила Прохорова. Интересно, как он был снят? На мобильный телефон Александром Любимовым, тележурналистом и также членом правого дела. Давайте посмотрим. Как у нас принято на Руси говорить, я на своей шкуре ощутил, что такое политическая монополия. Когда тебе звонят каждый день, дают какие-то указания, пытаются внести списки каких-то неизвестных людей, дают региональные ответы, включают у Польза региональных руководителей и ведут их в администрацию президента города Казани. И так далее, и так далее, и так далее. Все это происходило с вами. На ваш